В России проходит серия мероприятий, приуроченных 95-й годовщине создания добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Наш регион присоединился к патриотическому марафону. 20 августа на мотодроме ДСАФ прошла акция «На службе Отечеству», в которой приняли участие более 1000 омичей, среди них ветераны общества, юноармейцы, представители власти. Разрешите мне от имени губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова, от имени правительства Омской области поздравить сегодня, прежде всего, ветеранов, сотрудников нашего регионального отделения ДСАФ России. Пожелать, конечно же, им добра, благополучия и здоровья. Во все времена это было место, это была организация, которая объединяла прежде всего патриотов, ветеранов, которые воспитывали будущее поколение. И, конечно же, мы хотели бы, чтобы все это развивалось. Праздник начался с исполнения государственного гимна и внесения флагов России, Омской области и ДСАФ. Затем зрители увидели автомотошоу, показательное выступление воспитанников патриотического клуба «Характер», а также фигурное вождение автомобилей в исполнении представителей Федерации автоспорта Омской области и юных ДСАФовцев. Эмоции самые положительные, на самом деле праздник очень замечательный. Не ожидали, что будет все так красиво, эмоционально. Все, в принципе, на уровне. Ребенку очень нравится, но и сами получаем эмоции, которые давно не испытывали. Также для гостей праздника, среди которых были и студенты 3-й университетской смены из Луганской Народной Республики, были организованы 8 интерактивных тематических площадок, где можно было увидеть работу кинологов, сфотографироваться с оружием времен Великой Отечественной войны, узнать, как работают спасатели. Кроме того, была развернута выставка военной техники, стрелковый тир и полевая кухня. Все площадки очень интересные, очень красочные, очень хорошие. Но больше всех мне понравилась площадка там, где ребята из МЧС. В Омске очень классно, прям такой живой город по сравнению с нашим. Прям очень классно, мне здесь очень нравится. Я бы здесь и остался. Кульминацией спортивно-патриотического праздника стало аэрошоу «Триколор» с участием лучших спортсменов-парашютистов, выпускников ДСАФ. Они совершили прыжки с высоты 1200 метров, неся в воздухе флаги России, Омской области, ДСАФ, ВДВ и копию Знамени Победы.